Сполето – город, достойный того, чтобы быть увиденным. Посетить Сполето стоит для того, чтобы погрузиться в эту неповторимую атмосферу старинных времен, славных побед и религиозных чудес. Суровая и величественная архитектура вызывает благоговение перед старинным городом, расположенным в регионе Умбрия. А рядом с городом Сполето на холме находится великолепная вилла Пьянчани, куда мы с вами пойдем. Эту виллу можно взять в аренду и быть ее эксклюзивным хозяином. Погруженный в зелень великолепного старинного парка, весь комплекс виллы был реализован в 17 веке по воле графа Пьянчани, происходящего из одной из самых известных и влиятельных династий на территории Сполето. Молодой архитектор Валадьер создает летнюю резиденцию для этой семьи, предки которой бережно сохранили ее и до наших дней. Совсем недавно вилла была полностью отреставрирована и оборудована для приема самых требовательных гостей. Все комнаты отличаются друг от друга, обставлены антиквариальной мебелью и оснащены всеми удобствами и комфортом. Это идеальное место не только для отдыха, но и для проведения свадебных церемоний в семейной капелле или же в секретном саду, а также банкетов, юбилеев, корпоративных мероприятий, конгрессов и деловых встреч. В распоряжении всех гостей виллы открытый бассейн, окруженный незабываемой красоты пейзажами Умбрийской долины. В этой резиденции организуются курсы с проживанием как итальянской кухни, живописи и фотографии. А на вилле вы встретитесь с госпожой Ритой, которая поможет вам в любом вопросе. И у нас такой вопрос. Почему все-таки нужно выбрать эту виллу, виллу Пьянчани? Arrivare a Villa Pianciani è uno... Здесь вы можете погрузиться в магическую атмосферу, отдохнуть в идеальных условиях, в элегантной резиденции минувших лет. Посетите тогда виллу Пьянчани, и эта уникальная атмосфера эпохи Возрождения, искусства, музыки и природы покорит вас.